Из умных дошколят вырастают гениальные врачи, учителя, космонавты, каскадеры и представители других не менее благородных профессий. В Иванове открылся Центр игровой поддержки развития ребенка «Умка». Несколько отремонтированных помещений, новые игрушки. Малыши сюда ходят до 6 лет, развиваются, играя. Центр развития детской одаренности «Умка» существует в городе 6 лет. За это время воспитанники становились лауреатами и победителями различных конкурсов, смотров и фестивалей. Среди педагогов «Умки» 10 доцентов университетов и 3 профессора. Здание находилось в полуаварийном состоянии. Было принято решение администрации города совместно с депутатами городской думы его отреставрировать. Как видите, на первом этаже здесь разместился центр дополнительного образования дошкольников. И мы видим, что сегодня и родители довольны тем, что они могут вместе с ребятами получить необходимые знания. Это время, которое ребята здесь пользуются, проводят в дошкольном образовательном учреждении –